Приветики, мои дорогие. Привет, привет. Как у вас дела? Да, здравствуйте, здравствуйте. У меня все хорошо. Привет, привет. Я так приехала, была в Европейском, ездила по делам. Да-да-да. Да, ушла. Нос я не делала, нос мой. Повезло. Привет, привет. Нет, я не на проекте, я ушла. Салам алейкум. Где сейчас живешь? Да, здесь неподалеку. Сдую нижнюю. Я наоборот верхнюю сделала, вы мне нижнюю предлагаете сдувать. Нет, нет, больше я эту процедуру делать не буду. Спасибо большое. Привет, Краснодар. Мне все хорошо. Отсыпаюсь, живу в свое удовольствие, думаю, чем заниматься. Вот хочу пойти отучиться на макияж. Вот думаю, как и что, и когда все это быстрее организовать и сделать. Сейчас там все решается. Как только в ближайшее время решится, я вам дам узнать. Скучноватые эфиры. Когда ушла там, чувашу нет, не приезжала. Сестра, кстати, там сейчас. Какой косметикой ты пользуешься? В основном маковская вся почти косметика. Но мне больше подходит. Не знаю почему. Хотя у меня есть разные виды марки косметики, но мак я люблю больше. Зачем ушла, так жалко. Ну, спасибо большое на голосование. Все против тебя, как всегда. Приезжай в Дербент. Привет, Питер. Какой у тебя вес? 57 уже. Спасибо, спасибочки большое, мои дорогие. Ну, видите, кто-то меня любит, кто-то не любит. Привет, Самара, привет, Читам. Какой объем ресницы, длина? Так, объем у нас был Голливуд, длина 16, изгиб Д. Нет, больше не думаю. Работу нашла, я не хочу работать. Можно я не буду работать? Ну, ничего делать не умею. Что вот, что мне надо делать, я не знаю. Ничего я не искала, дай номер. Не знаю, какой у меня рост? 175. Привет, Милана из Казахстана. Большой привет. Все отлично. Забыла, как его зовут. Ой, лучше не вспоминай. Женщине не нужно работать, правильно. Спасибо большое. Я не создана точно. Я не создана для работы, поэтому не хочу работать. Только что сказала. Привет, Оренбург. Открой свой кабинет по своему профилю. Что? Что за кабинет? Спасибо большое. Привет, красавица. Что за бред, Сергей? Когда детишек планирую? Ну, думаю, через годика-два уже, возможно, точно. Пока еще не от кого рожать. Привет, Иркутск. Только что сказала. 57. Ну, раз страшно, что ж ты зашла сюда? Спасибо большое. Где сейчас живешь? В Москве. Да, ну а что, теперь работать надо? Ой, Рустам. Меня нет. Да, покинули проект. Сколько лет? Ну, у меня, кстати, скоро день рождения. Будет круглая дата, так что будет большой прямой эфир. Привет, привет. Спасибо. Привет, Баку. Привет, привет. Вот, будет мой день рождения, я пока думаю, где его отметить, да и с кем его справить, пока еще не решила, но думаю, будет очень весело, что-то много желающих уже хотят попасть на это ДР, так что будем думать, что и как. Спасибо большое, спасибо. Приветики, приветики. Да, 30 лет будет, представляете, аж 43. Привет, привет.
Нет, кизляр нужно, тоже надо сдуть. Я сделала верхний. Вы что, глупые люди? Я сделала верхний. Не надо сдувать нижний. Не надо. Какая группа крови, здрасте. Первая положительная. Что ты там написала? Твои пригласительные где? Не знаю. Думаю, в ближайшем будущем возможно будет. Вообще-то я еще не решила, где отмечать свой день рождения, поэтому надо думать, что да как. Я все равно приду. Куда? Куда ты там придешь? Нет, я не скучаю по дому 2. Я сейчас в Москве. Да, ушла. Не знаю, точно в ближайшее время в Чебоксар не полечу, там что там делать. Ой, я тебя умоляю, решальщик. Решил, сиди там. Не плати. Представляешь, красиво, бесплатно ходила. Нет, спасибо. Я не хочу туда больше. Я живу одна. С кем я должна быть? Я одна хорошо. Все, я должна быть с кем-то. Пока одна. Ну, думаю, в ближайшее время решим эту проблему. Хотя это даже и не проблема. Нет, платить там не нужно. Всем большое-большое спасибочки, спасибочки, привет. Я ни капли не жалею то, что я ушла. Понимаете, очень много возможностей есть и за проектом. Но в проекте очень тяжело, если ты одна и нету достойного парня. И постоянно вступать в какие-то интриги, расследования, моя нервная система этого не выдержит. Было бы мне лет 20, я бы еще подумала о том, оставаться мне там или нет. И развлекаться, как развлекаются наши нынешние молодежь. Но так как я вышла с этого возраста, у меня немножко другие предпочтения, поэтому я предпочитаю жить для себя, найти нормального, уверенного в себе мужчину, быть счастливой, влюбиться так, чтобы глазки сияли и все. Поэтому у меня все получится. О, Господи, выдержи, пожалуйста. Выходим, выходим, не задерживайся. Привет, привет. Всем приветики, приветики. Как я живу без... Пока вот так вот и живем. Да я тоже так думала, слава богу, что я не стала с ним встречаться, Господи. В Инжир, когда? О, не знаю, там была вот последний раз недавно. Спасибо большое, спасибочки, спасибочки. Давай влюбляйся. Роза, привет. Это фейк Захар, конечно. Нет, я туда не вернусь. Спасибо. Заткнула. Это не Захар, это его вторая страница, наверное. Не ведитесь, пусть написывает. Здесь кругом один обман, нельзя верить. Привет, Виолетта, я тебя тоже люблю. Ой, все, исчезни, пожалуйста. Не знаю, не проверяла. Тени такие прикольные, да? Тоже нравится. Да не хотела я ни с кем ничего, просто порал над ним, что вы до меня довязались. Не знаю, почему-то придумали двойную фамилию, вообще была Максимова. Давайте мы не будем обсуждать Захара. Я думаю, он точно не голубок, нормальный, адекватный парень. Думаю, будет он счастлив в ближайшее время.
Все равно на моих костях остался. А, все отлично. Отличненько. Так я ее только что сделаю. Вы что, не видели? Да, опять. Привет, привет. Я только ушла с проекта, когда я должна была устроиться на работу, Елена. Когда? Дайте хоть отдохнуть. Все, 3 дня прошло, высыпаюсь немножко. Сейчас я отдохну, отойду от дома, то потом буду работать, не переживайте. Да, ушла. Спасибо большое, большое спасибо. Нет там сценария. Кто бы придумал все дело, расскажите мне, пожалуйста. Да пусть пишет, не обращай внимания. Где планирую? Не знаю. Только ушла. Только ушла. Что у меня довязались этой работы? Привет. Да, это какой-то Tent Musical. Спасибо большое. Кто такой Захарушка? Его приглашал к себе в прямой эфир. Вот кто это? Нет, спасибо. Заполняйте анкету, вам все подробно там расскажет. Спасибо большое. Привет, привет. Да, осталась неделя позора. Позора в эфирах и все. И все про меня быстренько забудут. Не начнут мне написывать, писать такие гадости. На этом все закончится. Будет мирная тишина и покой. Вернула, представляешь, верхнюю губу вернула. Сейчас я тепло прошел немножко, синяки остались. Тут болит. Да там все подряд было, господи, вы все видели в этих эфирах. Там ничего такого, чтобы я что-то поскрывала, нету. Все жила на ваших глазах. Вчера сделала губу, и тут у меня фингал, короче, были 2 даже. Теперь у меня одна больше другой. Одна сторона. Не могу, болит она очень. Иголка же такая была странная. Я тебя не забуду. Привет, Украина, привет. Я не могу без губы. Теперь мне нравятся мои губки. Вот тут немножко болит. Теперь новые губки. Правильно, я со всеми правильно поступила. Вы дальше увидите, что было у нас с Захаром. И я не знаю, как вы будете относиться к этому. Но все увидите в ближайшее время. Это завтра, наверное. А сегодня какой у нас день недели? Среда? Так что все будет круто. Нет, спасибо большое, спасибочки, спасибочки, спасибочки. Все, давайте попозже сейчас выйду, пойду переоденусь, уберусь, должны поеду покататься, посижу где-нибудь. Встречи с друзьями. Так что давайте, не скучайте.
Заходите, лайкайте, комментируйте, пишите гадости, как вы это любите делать. Я всегда на связи и даже буду отвечать вам в директ. Всем пока-пока.